Они касаются запрета на массовые мероприятия в закрытых помещениях и на посещение пациентов в стационаре. В образовательные медицинские учреждения возвращается масочный режим. Школьный карантин пока не объявлен. Для этого на больничном должны находиться не менее 20% учащихся. Пока в городе на карантин закрыт только один класс. Напомню, за последнюю неделю острыми респираторными инфекциями заразились более 1800 нефтеюганцев. Больше всего заболевших среди детей от 7 до 14 лет.